Батюшка онлайн. Лайв-версия в Ульяновском институте гражданской авиации. Сегодня у студентов летного училища была уникальная возможность пообщаться со священником и задать ему волнующие вопросы. Разные курсы, разные приоритеты и разные вопросы. В зале ни одного свободного места. Общение со священником – это возможность излить свою душу. Конечно, при однокурсниках сделать это непросто. Именно поэтому «Батюшка онлайн» позволяет задавать вопросы анонимно через СМС-сообщение. Я считаю, что это отличная идея, потому что для людей, которые только начинают познавать для себя православный мир, они могут пообщаться с батюшкой, узнать что-то новое. И именно это может дать начало, дать толчок для них, для того, чтобы они начали ходить в храм. В нашем институте нравственное, духовно-нравственное, патриотическое воспитание находится на таком уровне, которым можно гордиться. Начиная с 1 сентября, когда батюшка приходит на линейку, благословляет первокурсников, дает напутственные слова. Каждый праздник он с нами. Почти за 7 лет работы проект приобрел популярность не только в России, но и за границей. Он стал международным. Батюшки со всего мира отвечают на любые вопросы мирян через различные мессенджеры. Молодежи тоже легче получить ответ на волнующую тему с помощью гаджетов. После таких встреч всегда много ребят добавляются в друзья в социальных сетях, пишут личные сообщения, задают вопросы. Часто очень серьезный, важный вопрос. И я полагаю, что нашим курсантам, особенно вот после наших всех событий, я думаю, что это еще один шаг в духовно-нравственном воспитании именно себя как личность, как человека, как гражданина. Напомню, что такие встречи проходят в стенах летного училища не первый раз. Общение с батюшками стало для курсантов доброй традицией. Мария Сафронова, Денис Миронов, Вести Ульяновск.